здесь мусорные машины ходят. Убирается у нас все чистенько в городе. Дорогу мы перешли, и мы идем. Сейчас у нас поворот будет налево, да, Илюша? И потом Донецк Сити. Мы тут хамырями обошли. И сейчас уже будет Донецк Сити. Внук забыл. Маленький еще забыл. Вот, прошел и уже не помню. Внука дали на прокат. Красиво. А я, если бы знала, что буду ехать, я бы тыквы привезла уже. У меня уже 4 тыквы готовы. Вот отдел девочек, в который я сейчас приду. Идемся на эскалаторах. Видишь, еще никого нет. Еще только открываются магазины. И мы вот пришли в наш любимый магазин. Вот тут будут лежать мои тыквы и стоять мои плащи черные на Хэллоуин. Да, Илюша, можно походить. А я покажу своим подписчикам. На Хэллоуин девочки будут менять декорации. На каждый праздник декорация меняется. Меняется. 2-3 месяца меняется декорация. Внучок мой рассматривает всякие маски. Ну, будет. Сейчас, сейчас, Илюшечка. Это вот у нас тут. У нас у них бусинки на любой вкус. Видите, какая мечта рукодельницы. Там всякая фурнитура. Сейчас я туда дойду. Тут вот сувениры, подарки. Это праздничные всякие штучки. Для фотографий, на подарки. Украшения. Пока никого нет, пока никто не отвлекает. Покупатели. Вот видите, сколько мечта рукодельницы. Это фурнитура. Тьма. Тьма. Я так мельком показываю. Кто захочет, всегда скидки для постоянных покупателей. Тоже отдельные какие-то там акции. Привет. Можно себя показывать с поднятыми очками, потому как я покрасила наконец-то волосы. Украшения. Всевозможные порядочек у девочек. Парики на всякие карнавальные моменты. Так что приходите в Донецк Сити. И подарки можно. Илюшечка, главное не рассыпать. Котеночек. Это вдруг кто-то знает. Вдруг кто-то вспомнит, узнает. Да, мы сейчас посмотрим пауков. И упакуют все. И продадут. И акцию сделают. Хэллоуин, девочки уже готовятся, подготавливают. Вот так вот. Ну, танцуй теперь, я видео включила. А то фотографироваться никак не хочет. Фигуру. Видишь? Угу. Тут нужно Б. Вот крест. Крестики-нолики. Видишь, какой хороший магазин, да? Тут все есть и для деток, и для взрослых, и для дяди, и для тети. Да. И подарки, и сувениры, и карнавальные костюмы. Да, Илюша, все есть, все можно прийти и купить в этом магазине. А ну, улыбаться. Примеряем все, да, Илюша? И мы все поставим видео, покажем, чтобы все приходили и скуплялись в этом красивом, чудесном магазине. Да, Илюша? Это желтое. Да. Да.